Совсем недавно в Балаково приезжал губернатор Саратовской области Роман Викторович Бусаргин. И вот, будучи на одном из объектов, он подрядчику сделал такое замечание, что должна быть культура строительства. А это было замечание в сторону там, мойки колес, подъездных путей к объекту строительства, чтобы не развозить грязь. А давайте посмотрим, какая культура строительства есть у нас на улице Комарова после того, как Сергей Евгеньевич вчера опубликовал в своем телеграм-канале, что монтаж столбов осветительных по улице Комарова уже закончен. То есть объект, я так понимаю, уже вступил в эксплуатацию. Ну, давайте посмотрим, какая культура строительства после того, как эти работы закончены. Вот сама улица Комарова, это пешеходная зона. Ее сделали совсем недавно. Делала компания ПИК, насколько память мне не изменяет. Нормальный асфальт, все стоит, все хорошо. Проводя работы по проведению кабеля, фирма-подрядчик, который устанавливал столбы, решила просто вот накидать сюда бетона. К чему это привело, я вам покажу дальше. Вот. Почему бетон? Ну, я так понимаю, по, значит, вскрышным работам положено вернуть твердое покрытие в состояние первоначальное. Но, наверное, не так немножко они понимают принцип, потому что вскрышные работы предполагают приведение в нормативное состояние от того, который был. И вот идут, например, там асфальтовая дорожка. Здесь они прорубили под кабель, провели канаву и вот решили, что жменьку такую козью лепешку бросить сюда, не отровняв ничего, не просто не отбортовав. Все это уже, естественно, накрылось медным тазом. Я уж не говорю, там от траншеи порвали корневища, там у деревьев, это, ну, полбеды. Второе. Культура строительства. Вот он, осветительный столб. Ну, скажите мне, где он стоит? Он стоит здесь еще по-божески, но между деревьев. Никто опиловку соседних веток не сделал. Куда он светить будет? В деревья. Дальше идем. Все то же самое. Вот дорожка пешеходная, она ведет к дому, вот к этому. Пусть домик неказистый, но тем не менее. Вот шлепнули сюда за место асфальта. Пойдемте дальше. Вот люди идут по пешеходной дорожке. Здесь, как мы видим, они обе расходятся. И обе они асфальтовые. Что сделал подрядчик? Пожалуйста. Шлепнул сюда бетон. Опять ту же самую лепешку. Люди сюда понаступали. Все это застыло уже. Ходи, спотыкайся, делай, что хочешь. С криком «Да пойдет, наверное», да? И шлепнули. Естественно, ничего это лежать не будет. Я это видел, как это делалось. Здесь была просто земляная яма, и они сюда налили и все этого бетона. Решение по освещению. Ну, может быть, это, конечно, уберут, но если уже Сергей Евгеньевич опубликовал, порадовался, значит, введено в эксплуатацию. Вот он столб. Куда он ушел? Что он освещает? Вы можете мне сказать? Вот светодиод. Веточки деревьев изнутри. И это решение не последнее. Пойдемте дальше. Вот, например, земляные работы, которые они провели. Ведь, если вы помните, следили за новостями, то сначала столбы и закладные были поставлены здесь. В дальнейшем их всех выбрали, землю раскурочили здесь. Вот примерно вот такой был ровненький просто как бы газончик. Все они здесь размотали, все напачкали. Все бросили и уехали. Вот культура строительства. Вот угол пешеходной дорожки уходит по улице Комарова в сторону поликлиники. Кто эти столбы размаркировал, кто распил? Все то же самое. Ушел в деревья. Ветки никто не подрезал. Идем дальше. Новая пешеходная дорожка, сделанная в том же году, как я понимаю, когда ПИК делал. Вот как они вышли из ситуации. Здесь также был разрез под кабель. Ну, вроде вы скажете, асфальт, асфальт. Ну, давайте посмотрим на этот асфальт.
Это асфальт. Это что, асфальт? Вот это первая же зима, и все это развалится. Посмотрите, какие дыры. Это ничего не держится. Вот культура еще раз. Кто будет принимать эти работы? Или уже приняли? Пешеходная асфальтовая дорога. Вот женщина идет. Видно, что она пользуется. И вот то, что они придумали. Вот люди на память хоть Киры или Саши оставили надписи. Вот такие скрешные работы. УДХБ это примет? Или заставит переделывать? Или свои подрядчики в доску? И теперь переходим к самому основному. На видео Сергея Евгеньевича также видно о том, что здесь задвоенные фонари. Зачем было ставить, мы изначально об этом писали, здесь вот эти модные столбики, которые вот пересекаются с проводом предыдущих фонарей или связистов. Вот он на углу стоит бетонный. Видите, оголовок. И дальше у него фонарь. То есть освещение здесь существовало, пусть оно неказистое, старое. И оно есть, они горят параллельно, все вместе. Тут вариантов два. Либо вытаскивать вот эти столбы, снимать оголовки, увозить куда-то в село или на другие улицы. Либо смысл в двух вот этих фонарях. Улица эта полностью вот здесь освещалась. Вот она идет до конца. Видите, вон бетонные фонари стоят. То есть свет здесь был. Так в чем логика была? Зачем здесь ставить было новые фонари, если у нас есть куча улиц, которые просто не освещены? Логично было бы туда новые перенести, а в дальнейшем, допустим, здесь уже заменить. Или здесь что? Я сам здесь живу, я, ну, мне, конечно, неплохо. Но это же бред, это не какое-то нецелевое расходование. Тем более, это спонсорские средства. То есть некуда было размотать, что ли, ты? Вот, посмотрите, прекрасные фонари, все идут, вон бетонный столб, видите, с оголовками. Они с завидной частотой. Освещение здесь есть. Теперь эти фонари светят параллельно друг другу. Уберут ли они эти бетонные, я сомневаюсь. Это то ли столько же объем работы большой. Выдернуть их, вывести, снять кабели. И теперь у нас электроэнергия здесь в два раза больше жжется. Ну вот, господа, улица Волжская, о чем я вам говорил. Видите, она освещена, пешеходная зона. Вот идут старые фонари, которые вы видите, вот они горят, а вот новые. Они еще не подключены. То есть больше фонарей. Очень мало фонарей здесь. Но пусть они старенькие на этих бетонных столбах, но их тоже недавно все установили. Ну вот, вот. Вот фонарь. Вот будущий фонарь, который будет гореть. Потом снова фонарь. Это же дебилизм, а? Тратить столько денег на то место, где есть фонари. Причем заметьте, как их установили. Там я вам показывал, что они в деревьях. А здесь они просто вот сквозь провода торчат. Вот старый фонарь светит, видите? Ну, светло, вот. Дорожку видно. И вот расстояние. Вот старый, вот новый. В деревьях и в проводах. И дальше. Все то же самое. Все совершенно то же самое. Вообще тут в обнимку два тополя на плющихе стоят. Вот. Новый, вот старый. Вот они рядом, блин. От борец, смотрите, как это. И сквозь провода. Вот ушли мы от Оранжа. И прошли дальше по Волжской. Вот здесь строящийся. Вот, посмотрите, снова фонарь, фонарь. И вот они дальше идут. Просто вот эти теперь ближе к дороге здесь. Здесь новый. Пешеходная зона, но она освещается, вон ее видно. Фонари все идут. Где логика у этих людей? Зато на ту сторону, обратите внимание, дорога вообще не освещена. То есть она в темноте. Вот здесь больше надо в два ряда фонарей, а здесь вообще ни одного нет. И я сомневаюсь, не то что сомневаюсь, я прям уверен. Вот представьте, что работы по демонтажу вот этих бетонных столбов, соответственно, со всеми этими проводами, на которые уже накручены и сети какие-нибудь, помимо него еще МТС коробки какие-нибудь висят, или Билайн, интернет. Вот, все это через это идет.
уходит вон уже лапшой на внутридворовое освещение. Снять эти столбы уже не получится. То есть это надо будет все переделать внутридворовым освещением. Значит, они их оставят. Максимум, что они сделают, они снимут вот эти оголовки, отвезут их куда-нибудь в село старые осветильники, а вот эти оставят. И вот этот ряд зубов фонарей будет, столбов, стоять здесь вдоль вот этих новых фонарей, столбов. Вот они, прям два параллельно. Для чего эта чушь надо было делать? Сегодня вот Валерий Жорович Манукян на совете депутатов поднимал вопрос, что много есть объектов в городе Балаково, которые не освещены вовсе. Но если здесь есть хоть какой захудалый свет, ну оставьте вы его пока, вы что тут до жиру-то беситесь? Зато у вас дорога просто в темноте. Вот люди едут, фарами освещают. Вот, давайте, оп. Где на той стороне освещение? Вот на тех столбах, где освещение? Там нет, оно не предусмотрено. Даже эти головки они туда перенести не могут. Там уже система по-другому построена. Иду под вечерним освещением на улице Комарова, где очень требовалось само освещение. Сейчас я вам покажу, как это выглядит ночью. Вот. Это стробят у нас светодиодные. Дальше он желтый. Видите, какая гирлянда. Вон гирляндочка. Белый, желтый, белый, желтый, белый, желтый. Днем я вам показывал, как это выглядит. То есть здесь стоят сейчас старые фонари, светильники, и новые. Прям друг за дружкой. В два раза больше электроэнергии, больше света. Тут и так всего хватало. Сергей Евгеньевич так радовался вчера, выпустив этот пост о том, что здесь заработал свет. Он здесь был, Сергей Евгеньевич, я вам открываю секрет. Вот какой из этого всего напрашивается вывод? Вот послушайте, какой вопрос мы сегодня задали на совете депутатов. Правда, Сергей Евгеньевич сегодня не был. Задали вопрос исполняющему обязанности Александру Валентиновичу Балукову. Ну, ответить он на него, конечно, не смог. Ну, раз Александр Валентинович сегодня отдувается за главу, вопрос к вам. Кто принимал решение угробить спонсорские деньги на освещение улицы Комарова и на улице Волжской, там, где стоят столбы физически? Есть хорошие столбы, которые освещают пешеходную зону. Пусть они не казистые, не такие модные, но они там есть. Вы же не уберете ни те и ни эти. Сейчас будет освещение с двух столбов, которые стоят вот так плотно друг к другу. Кто принимал это решение, если мы говорим о персональной ответственности? И почему нельзя было принять решение о переносе спонсорских вот этих столбов в другие места, которым действительно они потребны? Из всей этой ситуации напрашивается только один вывод, что здравого смысла в принимающих решения, где и какое благоустройство, где какие мафы, никакого логики в их действиях нет. Они даже, я больше чем уверен, не выезжали на место, когда первый раз сделали закладную по разным сторонам, и потом их переносили. Они просто не выезжали на место и не посмотрели, что там есть. Коммуникации других организаций, горсвета, горгаза там, и так далее. И поэтому их потом заставили перенести. Двойную работу сделали. На чьи деньги? На деньги спонсоров, которые могли пойти или эффективно были бы расходованы на что-то лучшее, на что-то большее. У нас вон парк стоит. Не до парка. Думайте сами пока.